Сегодня в Москве состоялось знаковое событие для республики и для национальной телерадиокомпании. В Роскомнадзоре прошел конкурс на получение права осуществлять вещание на территории Чебоксар и Новочебоксарска. По итогам заседания конкурсной комиссии «Таванрадио. Родное радио», учредителем которого стала наша телерадиокомпания, выиграла право осуществлять вещание в городе Чебоксары на частоте 103 FM. Чуваши обогнала такие крупные московские радиостанции, как «Серебряный дождь» и «Радиодача». Интересы республики от Кабинета министров Чуваши представляла глава Мининформполитики Чуваши Валентина Андреева и депутат Госсовета Чуваши Игорь Кушев. Сегодня национальное радио будет слушать Чебоксары и Новочебоксарск. А это половина населения республики. До этого времени жители этих двух главных городов республики не могли слушать национальное радио в полной мере. А выигрыш частоты 103 позволит это сделать. Это, безусловно, большой такой фундаментальный культурный пласт. Это информационная составляющая, которая на сегодняшний день имеет большое значение. Эта частота позволит вещать в городах Чебоксары и Новочебоксарск. К сожалению, до сегодняшнего момента только юг республики и Цивист мы могли закрыть частотой 105. А вот в городе Чебоксары и Новочебоксарск у нас не было источников, не было частоты, с которой можно было бы работать. Это один из основных вопросов моих избирателей ко мне, как депутата Госсовета, с просьбой содействовать в вещании информационных блоков, новостей, того, что происходит в нашей республике из первых уст на родном нашем чувашском языке. Я считаю, что это наша огромная заслуга сегодня всех членов в комиссии, Андреева Валентина Владимировна, представитель телевидения национального, мы вместе смогли убедить членов комиссии в том, что именно нам необходима эта частота.